Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя, ибо я боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авелимех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авелимеху ночью во сне и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. А Авимелех же не прикасался к ней и сказал: владыка, неужели ты погубишь, не знавший всего, и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она самая сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. И если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказав все слова сии в уши их, и люди сии все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя? Что ты навел было на меня и на царство мое великое грех? Ты сделал со мной дела, каких и делаю. И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего. То я сказал ей: сделай со мной всю милость, какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. И взял Авимелех серебра 1000 сиклей мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму.
и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех Аврааму: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Аврааму Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха на Сару жену Авраамову.